Здравствуйте, друзья! Сегодня вас ждет не менее эпичное сражение между киборгом и големом! Осталось только подготовить эту смертельную арену для бескомпромиссного боя! Я вызываю киборгов! Прием! Отлично! Как они ровно ходят все! Сразу видно! Подготовка! Ну, тем повезло. И почему даме опять тусит с какими-то непонятными роботами? Хрентация вызывает у меня много вопросов. Итак, в другом же углу этого невероятного сражения должен появиться голем. Сейчас он оботрется своим полотенцем и выйдет. Да приди же! Так, и где? Ага! А? Что-то... Почему? А ну, пошел сюда. А ну, прыгай сюда, у нас тут парни-то подкованные. Я не ожидал такой прыти от киборга, он крут. В смысле, они круты. Крутые. Я думал, как они будут его голову бить, а они просто шмепик-мепик. Давайте подгоним их всех в одно место, чтобы они сплотились плечом к плечу против единого врага. Коим, конечно же, не являюсь я. Мама мия! Они его и гранатками, и ракетками. Что я могу сказать? Киборг? Киборг тащит? Или киборги? Все ли киборги так бескомпромиссно готовы сражаться? Сейчас мы проверим. Сдавим вас ближе к стене, что вам некуда будет идти. Да, вы уже около стены. Давайте. Вам некуда деваться. Киборг — это противник для хардмодных боссов. Это стопудово. Вот он, защитник вселенной. Защитник вселенной. Ну как тебе, голем-то? Баньку устроили, похоже, неплохую. Неужели они... Да, по-моему, они за сутки справятся. Даже просто за полдня. За полсуток. За день. Вот уже и голова пошла. Но этих парней в масках с ракетницами и гранатометом не волнует. Голова, глаз, лапка, ручка. Просто уничтожить. Вот их кредо. Я себя там не вижу. Но со мной все в порядке. Со мной все в порядке. Но вот уже и без руки он стал. Сейчас и без головы станет. На самом деле для меня явилась большим удивлением прыткость этих самых киборгов. Может, их можно поставить против финального босса. Пока, конечно, никто из предыдущих мобов не был настолько военно подготовленным, скажем так. Только они в основном стреляют куда-то ему в пояс, в пах. Давайте повыше, ребята, стреляйте повыше, чтобы прямо в глаз. Давай вместе я буду прыгать с ним. Али-оп, утренняя зарядка, али-оп, вот, али-оп. По-моему, так больше дамага проходит. А если мы будем прыгать в разнарядку? В разнарядку? Йоу-йоу-йоу, в назарядку! В зарядку? В назарядку. Еще больше сомкнем наши ряды! Давайте, сомкнем ряды! Встанем перед лицом общей опасности. Камон. Они стреляют просто не в дамажное место. Просто мимо него. Как вот эти поливают просто гранатами. Ну, сколько ты там? Последняя тыщенка пошла. Вот теперь головушка. Вторая стадия с головушкой. Как бы... Ну сейчас они низ нижнего быстрее замочат, потому что... Давайте. Чё вы, не сбавляйте оборотов. Вперед. Вот. Сильнее вместе мы возьмемся. Трам-пам-пам-пам. Невероятная команда киборгов. Ну чё, как, побеждает? Да, побеждают понемножку. Ох уж мне эти зрители. Но любое сражение не может проходить без зрителей, верно? Даже здесь у нас есть маленькая арена, на которой... Я бы сказал, восседает, но он всегда стоит здесь. Гид. Тебя просто сметают его. Да вы посмотрите, просто сметают. Как-то... Фух. И все. С лица земли. Они смогли. Их было много. Их атака была бескомпромиссной. Они были молодцами. Да, хочу вам сказать, киборги пока лучше всего справляются для того, чтобы убивать хардмодных боссов. Судя по активности их мыслей и высказываний, они очень рады своей победе тоже. Они пока претендент номер один для того, чтобы встретиться с лунным лордом. Посмотрим,
как себя покажут еще другие NPC, но пока что они топ. Топ, чтобы встретиться лицом к лицу с лунным лордом. На этом все, друзья, надеюсь, вам понравилось. Это была еще одна сессия из нашей супер-мега-лаборатории, где я пытаюсь понять, какой из NPC наиболее воинствен, наиболее бескомпромиссен в сражении с боссами в Террарии. На этом все, пока, и увидимся в следующем видео. Пока-пока!